Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов Trend Navigator. Данный индикатор можно использовать как для бинарных опционов, так и для рынка Forex. Trend Navigator является сигнальным индикатором, который генерирует сигналы на покупку и продажу в виде стрелочек. Алгоритм работы данного индикатора автором раскрыт не был, поэтому сложно сказать, на чем он основан. Но многие трейдеры склоняются к тому, что в его основе лежат стандартные скользящие средние с некоторыми изменениями. Также стоит отметить, что данный индикатор является платным, но с нашего сайта для ознакомления его можно будет скачать бесплатно. Использовать данный индикатор можно на разных таймфреймах и с разной экспирацией. Один из вариантов подразумевает скальперский вариант и включает в себя экспирацию в одну свечу и таймфрейм 1 минута. Второй вариант является более сдержанным и включает в себя таймфрейм от 30 минут и выше и экспирацию в 5 свечей. На официальном сайте индикатора также все примеры показаны на таймфрейме 30 минут. Устанавливается индикатор стандартно в терминал MetaTrader 4. Настройки в индикаторе отсутствуют. Из того, что можно настраивать, там есть только алерты и визуальная часть. Поэтому менять настройки особого смысла нет. Если у вас возникают проблемы с установкой индикатора, то в данном видео можно посмотреть полностью инструкцию о том, как правильно устанавливать индикаторы в терминал MetaTrader 4. Перед тем, как перейти к правилам торговли и примерам по данному индикатору, хочется сказать, что на официальном сайте индикатора автор приписывает ему статистику, которая не соответствует действительности. А именно очень высокий винрейт, который составляет 90-100%. И очень точные сигналы, которые, к сожалению, не являются такими точными на реальных графиках. Более подробную информацию о том, чем еще не обладает данный индикатор, можно узнать из нашей статьи. И все же, несмотря на завышенную статистику по данному индикатору, он может генерировать хорошие сигналы. Но его винрейт будет составлять не более 70%, а чаще 60-65%. А теперь давайте перейдем к правилам торговли по данному индикатору. Как уже говорилось ранее, сигналы данный индикатор выдает в виде стрелочек. И соответственно стрелочка вверх – это покупка опциона Call, а стрелочка вниз – покупка опциона Put. Собственно, это и все правила торговли по данному индикатору. Но есть некоторые нюансы, которые стоит обсудить. Первое и самое главное – это то, что всегда обязательно нужно дожидаться закрытия сигнальной свечи. Так как сигнал может пропадать, если вдруг свеча резко разворачивается в другую сторону. Но если свеча закрылась сигналом, то он уже не перерисуется. Второе относится к тому, что данный индикатор по сути является трендовым. И когда он генерирует сигналы, следующая свеча после сигнальной может идти в обратную сторону как откат. Что часто можно наблюдать в трендовых движениях и без индикаторов. И в том случае, если вход в сделку был совершен после сигнальной свечи и получился откат, то на следующей свечи можно все равно войти в сторону сигнала. И в большинстве случаев вы получите прибыль. Но стоит отметить, что для получения прибыли при такой торговле нужно использовать систему Мартингейла, что несет в себе очень высокие риски, и такую торговлю крайне нежелательно использовать новичкам. Поэтому прежде всего стоит тестировать такие варианты на демо-счету. А теперь давайте попробуем совершить реальные сделки на реальном счету с использованием и обычных сделок, и сделок по системе Мартингейла, и посмотрим, что из этого выйдет.
Как можно видеть, несколько сделок было совершено обычным методом, и последняя сделка была совершена по системе Мартингейла. Но, как уже говорилось ранее, обязательно стоит протестировать данный вариант на демо-счету и придерживаться правил мани-менеджмента, так как при нарушении всех правил вероятность потерять весь депозит очень велика. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить обзоры интересных стратегий и индикаторов, а также других тем. Удачной торговли!